Приднестровье ограничивает экспорт продуктов питания. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях пандемии. На такую же меру пошли Россия, Украина, Китай и другие страны. Президент Красносельский поручил правительству создать специальную комиссию. Ее задача – контролировать экспорт, исходя из запасов в стране. Сейчас продовольствия хватает. На протяжении 3 лет государством предпринимался комплекс мер, направленных на то, чтобы поддержать местных сельхозпроизводителей, это и льготные кредиты, и субсидии, и регулирование налоговой нагрузки. Анализ показывает, что за прошедшие 3 года мы достигли, на мой взгляд, неплохих результатов в этом плане. И по производству молока, и по производству мяса, по производству овощей, фруктов и других, в общем-то, продуктов сельхоздеятельности. Поэтому на данном этапе, в общем-то, все это необходимо нам в республике сохранить, естественно, продолжать оказывать меры поддержки сельхозпроизводителям. В прошлом году экспорт Приднестровья составил 133 миллиона долларов. Больше всего вывозили овощей, фруктов и зерна. Комиссию по регулированию экспорта возглавит вице-премьер-министр экономического развития Сергей Аболоник.